Через 45 минут после употребления колы организм начинает вырабатывать большое количество дофамина, гормона удовольствия. Таким образом, вырабатывается рефлекс – кола – удовольствие, а организм снова и снова требует порцию дофамина. Кроме того, ортофосфорная кислота, пищевая добавка Е338 из колы, сушит слизистую оболочку рта, дополнительно вызывая чувство жажды. Рецепторы на вашем языке ощущают это и посылают в мозг сигнал. Спустя 60 минут Е338 становится катализатором для соединения магния, кальция, калия и цинка.